Продолжаем выпуск. Владимир Путин предложил сенаторам отменить разрешение на использование вооруженных сил Российской Федерации в Украине. Российский президент сделал это, я процитирую, в целях нормализации обстановки и урегулирования ситуации в восточных регионах Украины, а также в связи с началом трехсторонних переговоров по данному вопросу. Петр Порошенко уже отреагировал на заявление Владимира Путина. Всего в украинский президент одобрил позицию главы России Владимира Путина. Об этом он заявил сразу после встречи с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Порошенко высказал мнение, что таким образом российское руководство поддержало мирный план урегулирования конфликта в Донбассе, предложенный Киевом. Он выразил надежду, что вопрос об отмене санкций на использование войск будет рассмотрен на ближайшем заседании Верхней палаты парламента Российской Федерации.